Всем привет! Вы на канале Время вязать. Сегодня мы с вами будем вязать ажурную шапочку для девочки на лето. Нам понадобится хлопковая нить. У меня здесь 50 хлопок, 50 акрил. На 100 грамм должно быть 400 метров. Так, берем нить, спицы тоненькие, двойку 2,5. В моем случае 2,5 кубики, но они идут поменьше, поэтому они как двойка считаются. Набираем 100 петель. Не затягивайте, набирайте свободно. Итак, смотрите, расскажу по размерам шапочки. От 0 до 2 лет мы набираем 80 петель. Далее от 2 до 6 лет мы набираем 90 петель. От 6 и выше можно до взрослого, даже взрослому человеку связать. Там мы набираем 100 петель, как я вязала. Вот она у меня получилась на взрослого. Расход пряжи ушло на шапочку для взрослого 25 грамм. Набрали 100 петель. Вот так вот ровненько мы все поставили, да, чтобы у нас не перекрутились нитки. И начинаем вязать лицевыми, просто лицевыми петлями. Можете поставить маркер, ну, у меня вот здесь вот веревочка, начало ряда. Итак, мы с вами вяжем 4 ряда просто лицевыми. Можете не затягивать, слабо вязать, потому что шапочка летняя, ажурная будет, поэтому лучше вязать слабовато. И вот так вот 4 ряда лицевыми вяжем. Теперь смотрите, как мы дальше вяжем. 2 вместе, 2 вместе накид. И так мы с вами вяжем до конца ряда. Накид 2 вместе. Смотрите, мы связали, да, 2 вместе накид, 2 вместе накид. Вот так вот до конца ряда. Теперь мы вяжем все петли лицевыми. И накиды тоже, ну вот так, чтобы они были дырочки у нас. И так мы с вами вяжем опять 4 ряда просто лицевыми. Так, связали мы 4 ряда. Теперь смотрите, что мы делаем. Нам нужно вот так вот загнуть. Так, я маркер пока уберу. И связать вот это дело все вместе. Вот так у нас было. Вот такие вот зубчики. Поэтому мы берем, смотрите, ведем вниз, да. У нас вот эта вот петля. Вот, нам надо ее поднять. Первую вот эту мы снимаем, эту поднимаем. Ну, первую сложно, а потом будет легко. Возвращаем ее на спицу и провязываем 2 вместе. Опять эту мы переснимаем, да. Ищем, которая там кромочная была рядом у нас. Их видно вот раз, два. Мы подхватываем кромочную. И провязываем 2 вместе. Далее эту снимаем, опять смотрим, где у нас там следующая кромочная, подхватываем и провязываем 2 вместе. Вот так вот мы с вами вяжем до конца. Вот
видите, прям видно наши кромочные. Мы прям вот раз, два, три, все подряд кромочные. По очереди подхватываем и провязываем две вместе. Вот что у нас получается. Вот это с лицевой стороны, вот так вот у нас с изнаночной стороны. Смотрите, вот такие красивые зубчики у нас получились. Далее мы вяжем один ряд лицевыми петлями. Связали ряд лицевыми, далее вяжем накид 2 вместе. Накид 2 вместе. Накид 2 вместе. И так вы вяжете до конца ряда. В принципе, в этом будет и заключаться наш рисунок. Накид 2 вместе довязали до конца ряда, потом вяжете ряд лицевыми и опять чередуем. Так вяжем всю шапку. Один ряд мы вяжем накид 2 вместе, а второй ряд мы вяжем все лицевыми. Опять третий ряд вяжем накид 2 вместе, четвертый ряд вяжем все лицевыми. И так мы с вами всю шапочку вяжем. Вот такими вот будет у нас дырчатый узор. Итак, смотрите, связали мы нужную нам высоту шапочки. А у меня получилось, вот если наискосок вот так считать, да, в каждую вот эту вот дырочку 25 таких вот, ну, ромбиков, будем говорить, да. Вот смотрите, так вот раскладываем. И считаем. Раз, два, три, четыре, пять, четыре, 25. Вот. Ряд провязали лицевыми, да, после 2 вместе с накидом. Вот ряд лицевыми провязали. И теперь мы будем делать макушку. Смотрите, провязываем 2 лицевыми, 2 вместе в одну. Опять 2 лицевые, опять 2 вместе в одну, 2 лицевые, 2 вместе в одну, 2 лицевые, 2 вместе в одну. И так вы вяжете до конца ряда, до нашего маркера. Вот сюда до маркера. Итак, довязали до конца ряда. И теперь смотрите, это был у нас первый ряд закрытия. Теперь второй, третий и четвертый мы вяжем просто лицевыми. То есть три ряда мы вяжем лицевыми, без изменений. Итак, связали три ряда. Далее мы вяжем 2 вместе, каждые 2 вместе. Две в одну. И так до конца. Довязали, да, мы ряд. Теперь мы ряд вяжем просто лицевыми. Если у вас, смотрите, вот, допустим, уже тут мало у нас петель, да, я просто вот так вот вытягиваю и вяжу дальше. Просто ряд лицевыми до конца. В
Вот видите, у меня уже тут не помещается. Я вот так вот делаю. Как Magic Look вяжу дальше. Довязали, да, до конца вот наш маркер. И опять вяжем две вместе. Две в одну. И так убавки делаем до конца ряда. До конца ряда дошли, да, две вместе. Маркер убираем. И теперь мы все петли будем через нитку протягивать. Обрезаем нить. И я буду протягивать крючком. То есть я через каждую протягиваю нить и вытаскиваю ее. Можно иголочкой. Иголочка будет быстрее. Но я всегда это делаю крючком. Можете прям через несколько протягивать. И затягиваем. Так, затягиваем. И вот нашу дырочку мы убираем вовнутрь. Здесь можете сделать узелок и спрятать. Такой узелочек я делаю. И все, и тут я ее запрячу. Вот смотрите, какая шапуля у нас получилась. Прям очень клевая. Можно дополнить какими-нибудь цветочками, да, сбоку, если хотите. А так она в разные стороны тянется, свободненькая такая, не давит ни на ушки, ни на голову. Прям самый летний вариант. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!